Пригороды столицы Алматы и Шымкента обеспечат беспроводным интернетом. Уже сейчас в ХосШ компания «Казахтелеком» разместила несколько базовых станций. Новая технология гарантирует абонентам беспроводной интернет на скорости до 30 мегабит в секунду. Подробности в материале моих коллег. Ержан Махметов с семьей живет в Коши уже больше 5 лет. Все это время у домочадцев был доступ только к мобильному трафику. В вечернее время загрузить необходимую веб-страницу было невозможно, признается Ержан. Всю пандемию дети не имели полноценного доступа к интернету. Еще и моя работа тесно связана с предоставлением бухгалтерских услуг в онлайн-режиме. Без сети, считайте, и работы нет. Сейчас я вижу большую разницу. Установили дома модем для получения сигнала от станции, и теперь скорость загрузки высокая. Качество интернета в Коши лично проверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Почти 50 мегабит. Мы сейчас по поручению президента пересматриваем систему доступа к интернету в пригородах и районах. Недостаточно одного мобильного интернета. Технология FiWay дает доступ не только к интернету, но и к другим телекоммуникационным услугам. Сами знаете, есть большая разница между мобильной и домашней сетью. Работа по обеспечению сети по технологии фиксированного беспроводного интернета разворачивается не только в Коше. В следующем году она будет доступна в Куянде, Караоткеле, Каражаре и Талапкере. Делаем эти проекты и в Чимкенте, и в Алмате. Вы знаете, что проблема покрытия частного сектора очень большая. Не всегда сюда можно дойти оптоволоконной линии связи. Поэтому мы применили технологию FiWay для того, чтобы абоненты могли пользоваться высокоскоростным интернетом. В столице, а именно на юго-востоке, в Илинке и Коктале, новая технология будет доступна уже в следующем году. Динара Абдирова, Аят Дюсембаев, Хабар 24.